И снова здравствуйте, всем привет. Давайте в этом ролике попробуем сделать коня Илья Муромца, по-моему, из мультфильма по рефам. И значит, первый вариант, вот есть такая штука. Давайте посмотрим, как она работает. Быстрый вариант создания, значит, вот персонажей. Кто смотрит мой канал, тот помнит, что, наверное, помнит, так сказать, что я еще 3 года назад говорил, что все это дело будет более-менее такое, как, расти, и будет все проще и проще создаваться, значит, 3D-модели. Так, выводим, обводим сначала тело, и теперь обводим копыта, вот эти, ноги, замыкаем их приблизительно, потом обводим заднюю вот эту лапу, тоже, ну, приблизительно закругляем. Следом можно вот обвести хвост. Все это, конечно, нужно делать аккуратно, но мышом неудобно. Так, следом давайте вот эту штукенцу, так вот, оп, вот так как-то ее замкнем. Следом вот эту штуку, волос, и приблизительно так замыкаем. Так, также можно вот эту лапу обвести, как-то так, и заднюю. Так, теперь выбираем щелчком ногу, вторую, так, через shift вторую ногу, и вот эти все детали повыбираем: хвост, гриву, так, наоборот. Так, а что тут получилось? Через shift опять все выбираем. Вот есть неудобство, не туда нажал, она сбрасывается. Ну и гриву. Теперь надуваем инфлатом. И у нас получается вот такая вот модель. Так, мы ее теперь можем немножко тут покрутить, посмотреть. Вот эти вот все ноги, уже когда вы сохраните, можно закинуть, значит, в блендер и отделить вот эти ноги. И подставить их тут, как подкорректировать. Но в чем вся фишка, вы видите, что это, текстура-то наложилась, вот, да, а детализации нет. Вроде бы конь сбоку, но для GIF-анимации это дело еще пойдет. Допустим, вот анимацию вы делаете, выставляете какие-то точки, погнали, точки выставляются, включенная вот эта штука оказывается. Сюда выставляем, сюда, и вот они привязывают вот эти детали. Вот можем теперь сделать гифку какую-нибудь боковую, там, допустим, движение. Так, вот как-то сюда. Гриву тоже навернуть. Вот можем ногой так шевелить теперь. Ну и записываем все это дело. Угу. Вот уже хвост двигается. Так, теперь выбираем вот эту штуку, голову. Волос назад. Mm-hmm.
Вот получается что-то в таком духе. Да, прикольная штука. Можно все это дело потом экспортировать. Так, это значит стоп. Здесь есть, значит, сохранение. Так, темп текстур. Но это как демо-версия, но общий формат. Вот текстуры сохраняет. Давайте посмотрим теперь, как это будет в Blender выглядеть. Так, это все долой. Не надо нам это. Файл импорт. Опс. Находим так, download, загрузки. Так, фрейм. Так, по-моему, вот этот фрейм. Заходим, теперь выбираем персонажа в Edit Mode. Находим какую-то модель L английская P Selection, потом L P Selection. Так, это ноги. Так, и вот эта нога. Нам не нужна делиция, значит, вертексы. Заходим в Object Mode, семерка на NumPad и немножко все это дело подкорректируем. Допустим, вот здесь центр, середина. Выставляем персонаж на середину. Так, что это у нас? Это грива. Это грива. С этой стороны нужно потом долепить, подкорректировать, натянуть тут как-то. Так, единица на нампаде, эту ногу делит, эту ногу, значит, вперед, эту назад, как-то так, да? И сделаем мира. Ладно, ноги пока так подставим. В принципе, они попали тут нормально. Так, тройка, единица на нампаде. Выбираем все. Семерка на нампаде. Так. Перекручиваем. Подгоняем. Set Origin 3D Cursor. Сверху. Ну, получается, короче, вот такой вот персонаж. Форма, конечно, получилась. Все нормально. Давайте посмотрим теперь, как это все с текстурой выглядит. Вот, текстура не наложилась. Надо зайти в шейдинги. Так, и попробовать, наверное, все это дело. А ну-ка. Вот так вот подключить заново. Ну, в принципе, подкорректировать тут текстурку можно. И все будет зашибись, но для каких-то боковых, допустим, вот. Для боковой анимации, возможно, это еще и прикольно будет. Ну а так это не лошадь. Ну, как вариант для болванок, возможно, использовать. Вот уже ноги есть. В принципе, можно их сейчас взять и забрать, уже все это дело подкорректировать, перелепить. И будет все классно. Ну, вот такой вариант. Так. Вот такая программа онлайновская и вот такие возможности, значит, есть. Все, всем пока, до свидания.